Припарковался неправильно, ищи машину на штрафстоянке. Сотрудники дорожной полиции решительно настроены очистить город от нарушителей. И так будет с каждым, кто игнорирует правила дорожного движения. Один из предприимчивых автолюбителей решил припарковать свое авто прямо под светофором, недалеко от запрещающего знака. Заняв большую часть тротуара, мужчина перекрыл дорогу пешеходам, тем самым создавая аварийную ситуацию. Теперь нарушителю грозит административное наказание. Я оставил машину всего на несколько минут, ходил за документами, а когда вышел, увидел, что эвакуатор ее увозит. Я знаю, что нарушил правила. Очень раскаиваюсь. Теперь придется заплатить штраф. С начала республиканского рейда «Стробоскоп» сотрудниками дорожной полиции было выявлено более 2500 нарушений. Это и запрещенная тонировка, и вождение в нетрезвом состоянии, и превышение скорости. Но больше всего горожане любят парковаться в неустановленных местах. А это нарушение не только создает пробки на дорогах, но представляет опасность для жизни горожан. Основное направление строевых подразделений, нарядов дорожной полиции, направлено на выявление грубых нарушений правил дорожного движения в целях пресечения дорожно-транспортных происшествий. Данное мероприятие – это не разовое мероприятие. Эти мероприятия будут нацеленными, целенаправленными мероприятиями и продолжаться каждодневно, ежедневно, на что на всех разводах личного состава указывается именно инспекторам дорожной полиции, которые несут службу в основном на центральных улицах. За неправильную парковку только за один день на водителей составили более 80 протоколов. Сотрудники дорожной полиции надеются, что благодаря таким рейдам нарушителей станет меньше. Республиканское мероприятие «Стробоскоп» продлится до конца месяца. Ксения Поленица, Мейербек Тулебаев, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».